О той трагедии местные жители стараются не вспоминать. У многих это останется болью в душе. Сейчас тут цветы, тропинки, лавочки. Подъезд, который полностью оказался разрушенным, благоустроили. А тогда, 5 марта, ночью спасали людей под завалами всем селом. Бабуля, тихо, шевели бабушка рукой, укольчик сделаем и все. Трагедия была очень воспринята всеми жителями близко к сердцу. Люди собирали материальную помощь, подключились спонсоры, предприятия, жители. Работа велась в отделе в нашем, выдавалась одежда новая, отдел социальной защиты помогал. Короче, работа была очень большая, кропотливая проделана. После трагедии большинство селян отказались от газовых баллонов в домах и стали пользоваться электрическими плитами. Убрали и газгольдер около этого дома. По прошествии некоторого времени экспертиза показала, что взрыв прогремел из-за баллонов. Чудом оказались живы два парня. Два мальчика вышли, вот я забыла уже ребят, фамилии не помню, вышли, только за спиной раздался взрыв. Вот они с подъезда только. Дети эти остались живы. Так бы еще больше было трупов. Тогда тут под завалами оказалось 13 человек. 8 погибло и 5 было ранено. Некоторые умерли после трагедии. Остальным, кто остался без крова, выдали квартиры. Надежда Якушенко, Николай Фарафонов, Телемикс.